Всех приветствую на нашем канале, это рубрика «Мужская кухня». И сегодня хочу с вами поделиться рецептом, как приготовить вот такие шикарные праздничные рулеты из скумбрии в медово-горчичном соусе, которые подойдут для любого праздничного стола. Приготовив по моему рецепту, вы получите гастрономический восторг. Готовьте со мной! Для приготовления я буду использовать 3 крупных атлантических скумбрии, которые я заранее подготовил, почистил и промыл. Как почистить скумбрию, не разрезая брюшко и не отрезать голову, есть видео у нас на канале. Внизу этого видео в описании будет ссылка. Или можно перейти по подсказке. Также я буду использовать сладкий красный перец, мед, горчица, половинка лимона, соль, перец по вкусу. Сейчас я буду разделывать скумбрию на филе. Это я оставлю за кадром. Вы тем временем не забудьте подписаться на канал, кто не подписался, и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Как разделать на филе, есть видео у нас на канале. Скумбрию я разделал на филе. Вот так она выглядит. Брюшко целое. Для того, чтобы сохранить весь жирок, который есть в брюшке. Сейчас я беру соль, перец. Просаливаю изнутри скумбрию, буквально по щепотке, и по щепотке немножко перца. Здесь я буду смешивать сейчас мед. В мед отправляю горчицу. И сок половины лимона. Все это перемешиваю. Если мед очень густой, можно разогреть на водяной бане. Все размешалось, получилась однородная масса. И этой медовой горчичной смеси я буду промазывать скумбрию в середине, вот так вот. Перец я распустил на 3 части. И теперь заворачиваю рулетики. Эти рулетики отправляю на противень в разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут. 15 минут прошло, рыба уже очень хорошо подрумянилась. И промазываю один раз сверху теперь вот медом с горчицей. Пять минут вышло, рулетики готовы, ароматные, красивые. Выключаю духовку и даю остыть им где-то минут 10-15. Румяные рулетики из скумбрии, запеченные в медово-горчичном соусе, готовы. Шикарное украшение праздничного стола и любого застолья. Попробуйте приготовить по моему рецепту, получите гастрономическое наслаждение от вкуса, цвета и запаха. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Кому это видео было полезно, ставьте пальцы вверх. Кто не подписался, подписывайтесь. Впереди еще будет много интересных видео. До новых встреч, до новых видео. Живите вкусно, творите сами вкус своей жизни. Всем пока-пока.